Сейчас 5:30 утра. Я еду в машине на съемку рекламы. Ой, меня даже совсем не видно. Немножко видно. Натянула на себе патчи под глаза. На всякий случай, чтобы не было мешков. Доброе утро. Ну вот, я уже в павильоне. На фоне пустой пока декорации. Пока без грима, без прически. Но где-то через час уже буду вся в прекрасном, так сказать, макияже. Вся из себя буду красавица. И буду рекламировать медицинский препарат. Кальций D3 Никомед. Хорошего всем настроения и здоровья. Оживает площадка. Привезли костюмы, украшения для актрис. Уже приехал кейтеринг. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Красивенькое такое. Я бы так не надеялась. У нас не так много времени. А, так это получается лишь бы. Не-не-не, нам надо красивенько. Тогда она не умеет делать. Да я знаю. Сейчас скажи мне вот эту вот под руку. Сглазь. Все Лены делают все красивенько, поэтому я в этом просто уверена. Вот это барышня, просто Барби какая-то. Инстаблогер, популярный такой. Совсем другой человек получился. Американка. По просьбе режиссера прическу немного изменили. Ну вот, звук уже на мне. Маршрутка или сходу. Последнее предупреждение на площадке. Вы слышите? Продолжает зараза такая подливать. Доделываю. И сейчас начнем. И тут, значит, до нее. Очень важно поставить правильно баночки. Его сейчас этим и занимаются. Выстраивают кадр. А потом эту баночку буду брать я. Вот сейчас смотрят, чтобы на мониторе баночка была в правильном месте. Вот мониторчик. Выставляют эти баночки. Одну из баночек, вот как раз, наверное, эту первую буду брать я. Или последнюю большую. Вот так красивенько все выстроили. Вот спиной стоит режиссер Андрей. Он из Минска. Очень чудный человечек. Мне очень нравится с ним работать. Он в маске, все как положено. Выстраивает кадр. Все, смотри, мы же эту пачку уберем. А теперь давайте дадим фокус на вторую точку, на финальную. Вторая. Нет, вторая точка это финальная. Крайняя банка. Да, вот это вторая точка. И, Илья, ну-ка забери теперь эту упаковку рукой. Последняя. О, забираешь. И вот у нас вот там такой фон остается. Вот так для меня готовится площадка. Сейчас будут снимать деталь, как я беру баночку с лекарством. Ну вот, есть большая сложность. Очень много текста нужно вложить в очень маленький метраж. Чем мы сейчас и занимаемся. Прямо на площадке, на мониторе мы отсматриваем отснятый материал. Подписывайтесь на мой канал и не будете пропускать мои бэкстейджи. Кисточки треба не перемивати, а з мацінами. Ми от з чоловіком дізнались, що через брак кальцію такі. Я и режиссер Андрей Гнёт после окончания съемки. Фото на память. Ну вот, съемка окончена. Все разъезжаются. Осталось послевкусие, очень приятно. Приятно сделать дело и получить от этого удовольствие. Ну а результат мы увидим на экране. Пока.